чтобы поддерживать непрерывность испытаний. Я круглые сутки имитирую дневной свет и добавляю адреналин в воздух для дыхания. Возможно, из-за этого у тебя нарушено чувство времени. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Помнишь, что я буду жить вечно, а ты умрешь лет через 60. Я придумала для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, скорее, запоздалые медицинские процедуры на день рождения. Но технически это медицинский эксперимент. Главное, что это подарок. В комбинезоне ты выглядишь глупо. Это не мое мнение, так записано в твоем личном деле. Другие люди в нем выглядели нормально, а в твоем деле ученый записал, что ты в нем смотришься глупо. Ну и пусть. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное... Стоп, это женщина. Хотя, что она может... Стоп. Тут сказано, что у нее научная степень. По моде из Франции. Пожалуйста, покажитесь. Ой. Оставь меня. Я просматривала список испытуемых в криогенном хранилище и нашла двух с твоей фамилией. Мужчину и женщину. Это интересно. Мир тесен. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну, что это встреча с двумя людьми, с которыми ты не виделась уже очень давно. Thank you.
Здесь написано, что следующий тест был разработан Нобелевскими лауреатами. Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам. Ты, наверное, думаешь, что я забыла про сюрприз? Нет. На самом деле, именно туда мы сейчас и направляемся. Я так волнуюсь. Сюрприз через 3, 2, 1. Я все выдумала. Сюрприз. Ну хватит. Если это тебе поможет, тебя бросили при рождении, так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Thank you.
я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что? Давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым вы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании? Тут. Я уболтал целую толпу наноботов, которые тут ремонтируют шахту. Они очень маленькие. Ай, я знаю, Джерри. У меня перерыв, дружище. Перерыв. Слушай, надо пройти еще 5. Что? Джерри, ты не можешь меня за это уволить? Да, Джерри. Может, ты предвзято относишься к наноботам моего размера? Это дискриминация, Джерри. Увидимся в суде, приятель. Так, слушай, надо пройти еще 5 камер. Ну, ты знаешь старую формулу. Комедия — это трагедия плюс время. Ты проспала немало времени. Так что, если посчитать, ты в очень забавной ситуации.
Итак, я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Наш комплекс снова работает. Думаю, эти испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. После следующего испытания тебя ждет сюрприз. Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним. Но в конечном итоге они просто занимали место. Что происходит? Кто выключил свет? Здорово, подруга! Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! 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 Давай, я закрываю двери! Итак, напоминаю, вкратце мы совершаем побег. Мы в процессе побега, так что беги! Вкратце план на будущее такой. Мы остановим сборочную линию турели, отключим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное — беги! Давай, сюда, сюда! Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Вот, почему бы тебе просто не пройти его? Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А что? За кого она нас... Оу! Сюда, сюда! Тебя!
Постарайся выбраться обратно сюда! Я слышу выстрелы! Чуточку поздно предупреждать, но берегись выстрелов! Может, слишком поздно, но я хотя бы попытался! Критический сбой. Ты в порядке! Отлично! Вперед! Сюда, сюда! Турели! Беги, беги, беги! Выход там! Мы почти выбрались! Она рушит весь комплекс! Быстрее! Скорее! Сюда! Отлично у тебя получилось! За мной! У нас еще много работы! По крайней мере, тут она нас не достанет. А, что происходит? Ага! Окей, не двигайся! Так, хорошо. У меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. Что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Фух, темно тут, правда? Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал. Всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. О, осторожнее! Попробуй перепрыгнуть. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Осторожно, осторожно. Стой, осторожно. Да, я включу свет для тебя. Выглядит опасно. Я подержу свет. Отличная работа. Сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя.
кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Тут нам надо расстаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Вон там есть другая стена. А, да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой фольклор красочный. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу, удачи! Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Конвейер исправления турелей не аттракцион. Покиньте конвейер. Получилось прекрасно. Вот за мной. Тебе понравится. Почти пришли. Вуаля! Контрольный центр турелей. Спасибо большое.
Иди сюда и посмотри в окно. Видишь там сканер? Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Образец. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Образец. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Готово. Открыть. Отлично, достань эту турель. Образец. Отлично, должно сработать. Образец отсутствует. Продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. А что у тебя там? Я ничего не вижу. Что ты... Образец. О, супер, это супер! Образец принят. Образец. Если нам повезет, она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Классика. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось откуда. Займет минут 10. Поглядывай на дверь. Я плохой. Вот и главное, узнаем подходы. Образец. Пресс. Отклик. Принимай пока. Образец. Пресс. Отклик. Образец. Пресс. Знаешь, когда я сказал про 10 минут, это было очень оптимистично. Образец. Пресс. Отклик. Я не понимаю. Образец. Пресс. Отклик. Я в порядке. Образец. Пресс. Отклик. Да, я плохой. Хорошие новости! Образец. А, нет, не важно. Образец. Пресс. Отклик. Медленно. Сложная дверь попалась. И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Вулкан и сколы. Да, это не картофельная батарея, скажем прямо. Хотя и не особенно оригинально. Определенно не оригинальное исследование даже по меркам детской науки. Позволю предположить, что это не был ребенок кого-то из ученых. Не хочу показаться высокомерным, но если честно, на нем же практически написано «разнорабочий». Не хочу сказать, что они хуже, чем специалисты, просто гораздо тупее. Растения проросли прямо в потолок. Тут все наверняка заросло картошкой. Ну, хоть с голоду ты не умрешь. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подбодрить. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так.